Я лично от министра внутренних дел очень рад приветствовать вас на белорусской земле. Мы с вами знаем, что на сегодняшний день преступность она не имеет границ. Мы боремся с более современными преступлениями, такие как экстремизм, терроризм, киберпреступления. И наше государство имеет определенный опыт по борьбе с данной преступностью. Сегодня мы должны с вами плодотворно поработать, обсудить все необходимые вопросы, пообщаться между собой, чтобы в такой дружественной атмосфере поделиться опытом и в дальнейшем наметить правильный курс развития наших министерств.